пятницу, 26 июня, у горожан будет 3 часа, чтобы задать вопросы сотрудникам регионального Росреестра. Горячая линия службы пройдет с 9 до 12 часов. Магаданцы смогут узнать, какой перечень документов им понадобится для оформления сделок с недвижимостью, в каких случаях специалисты придут с проверкой, кадастровой стоимости недвижимого имущества и другое. Получить консультацию можно по телефонам 60 84 96 62 87 09 62 34 03. Каждый из них по определенным вопросам, они указаны на экране.